Короче, нашел тут я ямку в земле, засунул мачту, траверсу, антенна двоечной. И вот так вот этот СБ будет стоять. Сейчас к приемнику подключу телефон и начнем мониторить. Вот такая вот конструкция. Эль Романтик. Так, вот Жекин попробую сейчас вот СБшку. Типа термостабилизация здесь, бла-бла-бла, посмотрим. Отлично, так. Очень все красиво. Ого, три борта. Но это может, по-моему, что открутилось. Так, смотрим, три борта зафиксило. Очень все пока красиво. Очень активно. Помеха упала. Да? Ну так и должно быть. О, есть. Над Севастополем. Он летит. Скорость 450. Вот еще один, смотри. Если бы еще над Россией увидеть. Короче, мой круче, чем твой. Нет, просто разъем открутился так. Не, я серьезно, разъем здесь открутился. Как можно не проверять такие. Так, ты тут не базарь. Так, сейчас. Дорогие зрители, вы не обращайте внимания. Так, ага. Вот. В общем, очень активненько все. Если вот как бы с юга увидеть, да, что-нибудь. Смотрим трафик. Смотри, Жека, глянь. Сколько всего. Так ага. Ты записываешь, что ли? Это запись, конечно. Глянь. Вот высота. Высота, шикардос. А если еще в руки взять антенну? Зачем? Может еще подергать ее? Так, подожди. Вот, уже видишь, определилось все. Все, что есть. Значит, смотрим. Тут 4 самолета должно быть уже. А какой уже четвертый? О! О! Ты видишь? Вот мы увидели юг почти, ну север, да? Вот он, смотри. А, так это Одесская область. Ну так мы же увидели. Вот, ребята, смотрите. Это что такое? Ага. Кропивницкий. Вот, ребятки, а я в Запорожье. На гору залез. Я считаю, неплохо, да, Жека? Ну да. Принимает сейчас 1, 2, 3, 5 бортов. А ну глянь, что там летит такое. Так, ребята, смотрите, трафик какой, сколько принимаю бортов. Если включить карту, сейчас покажу. Он над Россией. Два борта, но это идентифицирует их. За Кривым Рогом. Но это только 3. А так-то в трафик показывает у нас 5. Вот так вот. Так, вот я запустил. Вот Запорожье, точка приема. 6 бортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, да, ребята? Вот у нас 6 бортов. Мэп. Вот они. Над Россией. Над Черным морем Азовским. Херсон. И Черкасы. А до Киева не добивает, видишь? Класс.